страшное для любого президента слово на букву «И». Слово «импичмент» в отношении Трампа в Вашингтоне уже вовсю в ходу. Что, Трампу действительно может грозить импичмент? В Штатах готовится цветная революция? Дома дела у президента идут не очень, но путешествие – лучшее лечение от хандры. Римские каникулы – передышка, дающая возможность снова почувствовать себя лидером самой могущественной в мире страны, а не мальчик для битья. Начал с визита в Саудовскую Аравию. Формирование такого вот арабского НАТО. Крупнейшая оборонная сделка в истории США. Сумма, только вдумайтесь, 110 миллиардов долларов. Намного больше всего оборонного бюджета России за год. Туда будут поставлять американские ракеты, бомбу, бронетехнику, боевые корабли, а в самой Саудовской Аравии начнут собирать вертолеты Black Hawk. Трамп действительно возвращает эту политику на вот этот новый виток военной конфронтации. Он в танце с саблями с королем. Насчет арабского НАТО идея достаточно, как бы повежливее сказать, тухлая. Всего Трампу предстоит пообщаться с лидерами примерно 80 стран и затем не перепутать, с кем и о чем он договорился. Министр торговли США от интереса аж уснул. Снимок выглядит как минимум странно. Легкое движение руки Меланьи Трамп. Она будто отмахнулась от мужа. Эти конфузы, кажется, сейчас обсуждают больше, чем то, ради чего, собственно, Трамп и приехал.